Всем привет! Сегодня я буду готовить творожные пончики. Их еще называют орешки из творога. К сожалению, оператора у меня сегодня нет, так что буду справляться как-то в одиночку. Значит, для пончиков нужен творог, мука, сахар, соль, сода, уксус, 3 яйца. Также необходима манная крупа. В ней будем шарики катать. Пончики. И нужно будет еще растительное масло. Я потом позже покажу, в каком количестве его потребуется. Ну и в завершение еще понадобится сахарная пудра. Сейчас я буду замешивать тесто, пока на время, конечно же, отключусь. И также потом под видео я еще покажу конкретно, сколько ингредиентов нужно. У меня здесь на 2 пачки творога, я напишу для 1 пачки творога. Ну что, начнем. Значит, соду необходимо погасить уксусом. К творогу я добавила соль, яйца. Сейчас я это вымешу, потом буду добавлять сахар и муку. Значит, вот тесто я вымесила. Оно, конечно же, липнет к рукам, но для этого нужно будет взять водичку, чтобы смачивать руки и катать шарики. Скатали шарик, обваляли в манке и жарим в раскаленном масле растительном. Ну что, буду катать пока шарики. Вот примерно вот такого размера, не больше, чем грецкий орех, наверное, может быть, ну, чуть больше, может, такие же. В общем, сам факт того, что большие не нужно катать, потому что они при жарке будут увеличиваться, ну, и чтобы хорошо прожаривались внутри. Все, буду лепить дальше. Так, значит, что касается масла. Вот у меня такая небольшая кастрюлька. Ну, если видно, что меньше половины этой кастрюльки я налила масло. Вы не смотрите, что у меня там уже что-то плавает. Это я пробовала один пончик уже жарить. Проверяла, насколько оно разогрето. И сейчас покажу на примере первой партии, какие будут пончики получаться. Вот я закинула пока 3 пончика. Вот так они сразу надуваются. Крутятся вокруг. Огонь ниже среднего, но и не слишком слабый. И немножечко так вот нужно проворачивать, чтобы они со всех сторон поджаривались. Вот, готовим дальше. Вот такие пончики получились. Вот я покажу, какой он внутри. Воздушный, мягкий. И очень вкусный. Приятного аппетита всем!